Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Перед праздниками очень хочется хорошего настроения. Именно такое новогоднее мандариновое настроение сегодня в моем доме. И у меня тоже. Спешу поделиться с вами таким же настроением. Давайте вместе сделаем прекрасный букет из мандаринов. Сделать его нетрудно, и я надеюсь, вы с этим справитесь. Ваши родные, близкие будут в восторге от такого подарка. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного всем просмотра. Нам понадобятся мандарины, скотч широкий, веревочка, какая-нибудь у меня шпагат. Понадобится еще тейп-лента или можно использовать узкий скотч. Ленточка для декора и деревянные шпажки. Деревянные шпажки длиной 30 сантиметров. У нас продаются в десяточке или в магазине Fix Price. Также в магазине для рукоделия. Также понадобится ножницы и упаковочная бумага. У меня такая обычная бумажка такого цвета. Двухсторонняя. Еще понадобятся еловые веточки. Сначала подготовим мандарины. Мандарины я вымыла, обсушила. Берем шпажку, мандаринчик. Просто прокалываем. Двух шпажек здесь хватит. Таким образом. Я здесь вазочку приготовила. Сразу буду вазочку ставить. Пусть стоят здесь пока вазочки. Берем мандарин. Смотрите еще раз. И так шпажку накалываем. Так поступаем со всеми мандаринками. Мандарины мы подготовили. Теперь будем подготавливать еловые веточки. Берем веточку и отрезаем небольшие вот веточки, сантиметров 8-10, которые такие вот. Такие. Вот такие примерно веточки. Или же вот такую веточку, где сразу вот две такие. Так, далее берем шпажку. Иголочек немного вот надо убрать. И еще веточку также убираем иголочки. Немного. Вот две веточки у нас получились. И теперь надо к шпажке приделать. Я беру тейп-ленту. Можно использовать узкий скотч. И приматываем.
эта лента хорошо держит, она тянется, растягивается. Вот я закреплю вниз, немного вверх. Еще немножко вниз можно. Таким образом, такая веточка у нас получилась. Вот я приготовила такие веточки. Веточки у нас готовы, мандарины готовы. Теперь будем собирать букет. Я беру сначала 3 мандарина. И закрепляю скотчем. Таким образом. Теперь я беру веточку, прикладываю, и сюда же еще мандарин. Также закрепляю скотчем. Теперь беру еще веточку. Еще мандарин. Также заматываем . Берем следующую веточку. И мандарин. И также заматываем. Смотрите, что получается. И еще также веточку. И мандаринчик. Посмотрите, что у меня получилось. В серединке один мандаринчик. И в следующем ряду 6 мандаринчиков. Смотрите, здесь шпажки немного надо в сторону. Видите, как они каждый раз ложатся в сторонку. Следующий ряд делаем так же. Сначала веточку, затем мандаринчик. Продолжаем дальше собирать. Не забываем веточку. И мандаринчик. Посмотрите, как получается. А шпажки, видите, как?
веточка. Так, мандаринчик. Еще у меня остался один мандаринчик. Посмотрите, как красиво получилось. У меня ушло 17 мандаринов. Можно еще по краешку сделать просто зеленые веточки без мандаринов. По краешку. Смотрите, как получилось. Красивый такой букетик. Вот эти шпажки, видите, внизу оказались у нас неровные. Их надо все подровнять, обрезать. Вот посмотрите, шпажки я все сравняла, все подрезала. Теперь надо это скотчем тоже все замотать, вот эту вот низ, чтобы бумагу упаковочную не порвало вот этими палочками. Замотаем скотчем. Довольно-таки много я здесь намотала. Вот посмотрите, я замотала скотчем дно. Даже букетик стоит вот без вазы. Видите? Покажу. Вот так дно. Получилось вот так. Замотали. Такой вот букетик. Теперь надо его упаковать в бумагу. Надо отрезать 3 квадрата с размером 35 на 35. И складываем вот так. Теперь ножницами делаем надрезы посерединке. Так, одну сторону и другую вот так сторону. Так вот, примерно так. Начинаем заворачивать. Берем букетик, кладем. Здесь нам понадобится еще нитки. Завяжем ниточку здесь, замотаем. Сейчас с этой сторонки тоже замотаем. Другую часть бумаги, другую половинку закроем с этой стороны. Смотрим, чтобы шпажки не было видно. Вот так. Закрываем.
Вот так вот сейчас мы довяжем. Так, я завязала. Теперь последний квадратик. Мы его не складываем, а просто вот эту вот ножку нам надо скрыть, чтобы ее не было видно. Здесь мы обрежем. Прячем нашу ножку. И так завязываем. Вот тут я завязала. Теперь я взяла ленточку. Я еще зеленую взяла и оранжевую. Буду завязывать бантик двумя лентами. Такой вот букетик у нас получился. Бантики я завязала. Сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, пишите мне комментарии. Если вам понравилось, ставьте лайки. Работайте всегда только с хорошим настроением. У вас обязательно все получится.